Друзья, всем привет! Вы на канале «Делай то, делай это». С вами Ким. И мы сегодня заливаем бетон на объекте, там, где будет в дальнейшем павильоны. И, соответственно, после того, как мы завязали всю арматуру, мы это видим, как это все у нас выглядит. Сделали заколотные везде. И сейчас мы перешли к стадии заливки. Первая машина уже отгрузилась. Мы видим здесь, уже подали часть бетона с помощью рукава. Рукав у нас 36 метров такой. И плюс еще стыковали здесь, чтобы до края добить. Вот. Довольно-таки длинная площадка у нас. Вот. Сейчас производим равнение бетона, а потом будем разглаживать после вибрации.